Всем привет! С вами Сад-Огород. Сегодня мы приступаем к уборке шапок стрелок лука. Вот мы видим, они начинают уже лопаться. В середине. Вот смотрим шапку. Вот мы видим, уже она созрела. В середине есть уже сухие семена. Вот они. И продолжать держать их на грядке уже нет смысла. Они начнут сохнуть, созревать. И поэтому мы должны их срезать и убрать на досушивание на чердак. Можно расстелить на материю какую-нибудь на полу чердака, либо подвесить в мешок тряпочный для досушивания. Мы берем обычные ножницы или секатор и режем. Вот примерно оставляю вот такой черенок. Режем. Вот таким образом мы режем, вот с такими черенками. Вот видите, уже чернушка осыпается, то есть мы немножко даже, можно сказать, опоздали, может быть, дня на три, на неделю. Но она созревает довольно-таки неравномерно, поэтому надо определяться по более раннему созреванию шапок стрелок. Спасибо за внимание.